Добрый день, дорогие друзья. Наверное, вы заметили, что в последнее время наша рубрика «Журналист меняет профессию» становится все более и более необычной. И сегодня мне, Олесе Самотой, корреспонденту газеты «Визбичи», пришлось попробовать на себя совершенно новую, очень серьезную и ответственную роль. Признаюсь, немножко страшно, потому что сегодня я сотрудник санстанции, очень серьезный человек. Вы, наверное, заметили это по моему виду. Именно сегодня мы займемся дезинсекцией одной из квартир. Будем избавляться от очень неприятных насекомых. Ну что ж, мы начинаем работать. Добро пожаловать. Так, ну что, мы находимся на месте и начинаем работать. Да, тут уж не приходится думать о том, как быть красивой. Опа, еще раз. Ну, ей же не надо сильно так, чтобы... Разговаривать можно? Да-да, говорите, говорите. Все, проверяем. Чувствую себя героиней блокбастера какого-то. Ну все. А теперь вот можно уже работать. Да, вот теперь точно можно работать. Берем аппарат. Так, как называется наш аппарат? Это Фогер называется. Фогер, замечательно. Пойдемте в комнату. Идемте. Вручаю вам. Да, идемте. Так, друзья, ну теперь нам уже не дай ничего.